Газета «Одинцовская неделя» – свежий выпуск. Что на его страницах? 17 семей с улицы Вокзальной празднуют новоселье. Они получили квартиры совсем рядом с их неказистым ветхим прежним жильем, идущим под снос, но уже в многоэтажных, современных и комфортных новостройках. Это событие значимо не только для нашего города. Это часть большой областной программы по переселению из аварийного жилья, которая продолжится и в следующем году. В таком же тандеме действуют региональные и муниципальные власти и в сфере дошкольного образования. Подмосковье переводит все детские сады на стандарт предшкола, позволяющий готовить малыша к учебе еще в старшей детсадовской группе. А Одинцовский округ до конца года намерен открыть еще 3 новых детских сада, предполагая свести очереди в этих учреждениях к нулю. Города округа продолжают обустраиваться. Мы рассказываем о том, что уже сделано и будет делаться в Древнем Звенигороде. А также ведем репортаж со стройки в парке Союзный, это уже в Одинцово. Да, ведь еще и на одной из самых старых улиц нашего окружного центра, Интернациональной, завершается строительство пешеходной зоны, по сути, еще одного парка. О пожаре в Немчиновке мы писали в рубрике «Происшествия». А теперь пишем вновь, но уже в рубрике «Общество». Глава округа Андрей Иванов вручил благодарности местным жителям, настоящим мужчинам, которые принялись тушить огонь своими силами и тем очень помогли пожарным. Вспоминаем историю. Более 200 лет назад наши края стали ареной ожесточенных сражений. И под Звенигородом, и в селе Крымское, что рядом с Кубинкой, и неподалеку от Больших Изюм, где ночевали Кутузов и Наполеон, всюду гремели бои. А наши реконструкторы снова стали участниками традиционной битвы под Бородино. Они ездят туда каждый год. Репортаж из отделения стоматологии Одинцовской поликлиники номер 1 ведет наш корреспондент Валерия Баранцева. Повод для встречи – здесь начали лечить зубы детям под общим наркозом. Теперь совсем не страшно. Замечательный тренер Лариса Гургенидзе, работающая в спортшколе «Старый городок», отмечает 50-летие трудовой деятельности, в ходе которой она воспитала немало чемпионов России, Европы, мира по спортивной акробатике. Замечательный, красивый человек. И спорт очень красивый. На этой неделе отмечался Международный день туризма. Одинцово на своей земле принимает туристов сотнями тысяч. В Звенигороде, в парке «Патриот», в усадьбе «Большие Веземы», в Пушкинском «Захарово». Но и в другие края наши люди путешествуют охотно. И очень часто присылают своим землякам своеобразные открытки, фотографии, на которых выложено камешками или вырыто в песке океанских пляжей слово «Одинцово». Путешествуйте, это очень интересно. Мы часто пишем о домашних питомцах, вот и в этот раз не удержались. Встречайте кошку-красавицу редкой бенгальской породы. Жительница нашего города увлеклась этими маленькими леопардами и стала их разводить. Одинцовские котята разъехались по всей стране. О происшествиях. В Звенигороде просто кошмар. Из-за гавкнувшей на прохожего собачонки развязался целый бой. В результате один человек погиб, второй, ударивший его ножом, в тюрьме. А у Одинцова маскарад какой-то. Полицейские задержали странную девушку, прячущую на местности конвертики. А девушка-то оказалась мужичком в женской одежде, а при ней полицейские нашли изрядное количество наркотика мефедрона. На этом все. Ищите нашу газету на стойках распространения. А если по каким-то причинам не достанется, то в интернете. Вот наш адрес.